что в преддверии праздника, великого праздника, посвященного весне, мы открываем сегодня выставку, которая называется «Женщины вдохновения». Эта выставка у нас появилась благодаря нашим коллегам Музея изобразительных искусств города Калининграда. Я не открою секрета, что в каждые века женщины вдохновляли мужчин на поступки, на написание стихов, написание песен. Просто я думаю, что все яркие открытия человечества посвящены женщинам. Я от души поздравляю всех присутствующих с прекрасной этой датой, с праздником весны. Посмотрите, пожалуйста, на образы этих женщин, женщин-тружениц, женщин, которая каждая из себя является эталоном профессионализма. И в то же время цветы, букеты, которые здесь представлены в огромном количестве. Эта выставка будет до конца апреля у нас. И я думаю, что многие мужчины и женщины нашего города, а также гости, посетят ее с удовольствием. Несерьезно. Женщину надо всегда любить, всегда дарить подарки, всегда дарить цветы. И более того, я уверяю вас, что красивее и, наверное, такой вот, вот посмотрите на эти лица, они чистые, красивые, женские лица, это русские лица. Действительно, в России самые красивые женщины, самые красивые. Во многих странах мира я был, и я могу вас уверить, что красивее, чем наших женщин, просто нет. Поэтому, пользуясь случаем, я, конечно, хочу поздравить всех присутствующих дам здесь с этим праздником, с весенним. Пожелать вам всего самого-самого доброго, чтобы вы всегда были такие светлые, да? Такие добрые. Ну, женщина у нас, это действительно эталон. Хочу преподнести букеты. Я же не могу прийти с пустыми руками. Я хочу поздравить ваш весь коллектив. Вы большие молодцы, устраиваете такие хорошие выставки. И я думаю, что музей будет все-таки процветать. Пушка появилась, слава богу. Стрелять. Да. Оборона уже есть. Да. Тальяна, я хочу вас поздравить тоже с этим наступающим праздником, который будем отмечать завтра. С масленичной недели. У нас празднование будет проходить в воскресенье здесь вот на этой площади, где парус. Я лично и наша команда, мы будем делать блины, мы будем печь всякие сладости. То есть мы вас всех приглашаем. Сегодня примите, пожалуйста, от меня букет этот. Спасибо. Это красиво. Я постарался сделать не количество цветов, а действительно как к сегодняшнему нашему мероприятию, это действительно качество. Это красивые цветы. Спасибо. Мишенька, ты нас всех. Здравствуйте, проходите, пожалуйста.